А у продовження нашого випуску про чотирилапого безхатченка, який дуже мріє про нового люблячого господаря. Знайомтесь, це неабияк розумний та комунікабельний пес мисливської породи руський рябий гончак. Кілька місяців собака прожив на вулиці. Більше того, прив'язаний у лісі до дерева. Як визнають сьогодні у міському притулку для тварин, старі господарі породистого чотирилапого просто залишили у лісі помирати голодною смертю. Тварину врятувало те, що на неї випадково натрапили небайдужі люди. Хозяин отвел эту собаку в лес, далеко, достаточно далеко от нас. Там есть какой-то заброшенный домик лесника. Привязал его, ну, метра полтора, наверное, самая большая цепь, вбитая в колышек. Какое-то там подобие будки разрушенной. И, в общем-то, оставил. И два месяца вот эта собака домашняя, шикарная, ручная, абсолютно адекватная, просидела в лесу на короткой цепи, в разрушенном домике. Ну, я вот на своей работе вижу много, конечно, трагических случаев, которые вот говорят о взаимоотношении собак с людьми. Но вот такой печальной картины я еще не видела. День и ночь, каждую минуту он ждал от этих горе хозяев. Ну и причем люди рассказывали, что и на, ну, а за ним узнали, что он там сидит, за ним жители вот этих вот дачного участка, дачного поселка приходили и ухаживали, конечно, ему, слава богу, что ему не дали умереть хотя бы с голода. Тож нині самотність та страх для собаки, на щастя, вже позаду. Пес у міському притулку для тварин. Його оглянули ветеринари, він цілком здоровий та готовий стати відданим другом. І не виключено, що помічником на полюванні. Адже, судячи з усього, пес має відповідні до породи робочу якості собаки-мисливця. Ветеринар наш определил, что ему года 3-4. Вопрос, он красивый, здоровый, он еще и умный очень. После того, что он пережил, я думаю, он станет очень надежным и верным другом. Тот, кто заинтересуется, кому понравится, пожалуйста, приходите, знакомьтесь, находите общий язык и забирайте его, и чтобы все у него было хорошо. І буквально сьогодні до притулку потрапив ще один породистий чотирилапий. Ось цей рудий такс із яскраво-зеленим нашийником. Пес, вочевидь, просто загубився. До працівників притулку собаку привів небайдужий хлопець, який не зміг пройти повз такого чудернацького цуценя. Тож, справжній господар такси, неодмінно відгукнись та забери свого чотирилапого додому. Ось такого красивого парня знайшли вчора на остановке аптека. То есть он забежал прямо в троллейбус за людьми. Люди взяли его домой, он там благополучно переночевал. Ну а сегодня привели его к нам, чтобы он нашел своего хозяина. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Кто узнает своего питомца загулявшего, приходите к нам, он на спецсервисе ждет вас.